Киев не смог доказать незаконное пересечение госграницы экипажем «Норда», сообщает РИА Новости. На Украине закрыли судебные дела о привлечении экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, к административной ответственности. Об этом заявил руководитель адвокатского объединения, защищающего российских моряков, Максим Могильницкий. Экипажу судна украинские правоохранители инкриминировали незаконное пересечение государственной границы. Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований. Все судебные дела о привлечении моряков к ответственности закрыты, заявил Могильницкий. Адвокат напомнил, что пограничники несколько раз не выпускали экипаж за пределы страны. Формальной причиной отказа было то, что в качестве документов, удостоверяющих личность, моряки предоставляли российские паспорта. По словам Могильницкого, пограничники так и не сумели доказать незаконность попытки пресечения границы, а следовательно и законность препятствования таковой. Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу, а доказательств вины моряков так и не обнаружилось. Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой, отметил адвокат. Напомним, крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту было задержано в марте украинскими пограничниками в Азовском море. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело за, цитата, «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы.